У Быховскім районе каля вёскі Вараніно затрымалі трое браконьераў. При допомозе электроустановки яны займаліся незаконной рыбалкой. Шкоду, якую яны нанесли природе, оценили у 145 тысяч рублёў. Гэта самое дёрзкое злачынство супраць природы, кажуць инспекторы. На раце ухлясть. Под Быховом трое мясцовых жыхароў ловили рыбу электроустановкой. На момент затрымання яны вытягнули з ракі 77 килограммов рыбы, а дакладней 922 рыбины. У тым ліку больш за 101 шчупака и звыш 1500 плоток. В отношении задержанных в данный момент возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 281. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, это лишение свободы сроком до 6 лет. В данный момент задержанные находятся под арестом. У нарушителей в данный момент изъята резиновая лодка, электроловильная установка, незаконно добытая рыба, а также автомобиль УАЗ «Хантер». Шкода природе при ловле рыбы электроустановкой надзвычайная. От электротоку гине все живое, что есть в водоеме. У названном выпадку, кажут инспекторы, яе оценили больше, як у 145 тысяч рублей. Вред посчитан только за ту рыбу, которая была у нарушителей. А при незаконном лове с использованием электроловильной установки большинство рыбы остается в воде, остается в русле реки, либо озера, в связи с тем, что она просто погибает и ложится на дно. Вред очень огромный. Акрамя того, за незаконную рыбалку у дачынення затрыманых распачалі криминальную справу.